В день святой покровительницы Екатеринбурга, святой великомученицы Екатерины, порядка 10 семей, в которых за последние 3 месяца появились дочери, названные их родителями Екатеринами, получили ценные подарки. Праздничный прием в честь маленьких Катюш был организован митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским в Красной трапезной Царского центра. Эта традиция еще довольно новая и проводится только 2-й год. А инициатором ее стало Екатерининское общество. В больших картонных коробках, которые молодым родителям вручили представители Екатерининского общества, председатель совета директоров компании «Науман» Александр Давыдов и депутат Гордумы Тимофей Жуков, нашлось место самым нужным для новорожденных детей и их матерей вещам – памперсам, пеленкам, теплым комбинезонам, молокоотсосам и бутылочкам для кормления, электронным термометрам, игрушкам и даже книге комиксов о святой Екатерине. Отдельным подарком стало предложение митрополита собственноручно крестить всех юных Екатерин в Вознесенском храме Екатеринбурга. От такого предложения мало кто отказался. Празднование Дня Святой Екатерины в городе, названном в ее честь, состоялось в минувшую субботу, 7 декабря, и включало ряд торжественных богослужений, а также крестный ход от Свято-Троицкого кафедрального собора до площади Труда, где находится Екатерининская часовня. Возглавил этот ход уникальная мобильная звонница, а продолжили квартет скаутов-барабанщиков. Участие в традиционном крестном ходе приняли порядка 3500 горожан, а среди них и тот, кому мы обязаны появлением этой традиции – митрополит ташкентский и узбекистанский Викентий, некогда возглавлявший Екатеринбургскую епархию. Очень мало таких городов в России, которые посвящены тому или иному святому, той или иной святой. И вот мы рады и счастливы, и благодарны Богу, что имеем во главе нашего города вот такую славную великомученицу Екатерину, которая для нас является большим примером веры, благочестия, верности Богу, преданности Богу, мудрости великой, честности, порядочности, трудолюбия, мира и согласия. Еще одним почетным гостем Дня Святой Екатерины в Екатеринбурге стал новоиспеченный епископ Сергий, только что по указу патриарха возглавивший Алапаевскую и Ирбитскую епархию. Не обошлось в этот день, конечно, и без вопроса митрополиту о судьбе храма Святой Екатерины, украшавшем наш город до 1930 года и о неожиданно ставшем предметом раздора среди горожан в 2010-х годах. Митрополит Евгений выразил уверенность, что главный храм Екатеринбурга все же будет построен после окончания СВО. Я насколько знаю, что сегодняшнее противостояние, специальная военная операция, отчасти явилась некой причиной, почему сегодня еще не созидается храм святой великомученицы Екатерины, потому что те средства, которые могли бы пойти на храм, сегодня люди их используют на поддержку людей, нуждающихся, на поддержку нашего народа, и чтобы люди там не голодали и не умирали. Я очень верю в то, что после окончания противостояния, после победы, знак благодарности Богу за эту победу, у нас в городе, как памятник победе, будет воздвигнут храм Святой Екатерины.